У Мурмии выбрали народного воспитателя. Конкурс управления образования проводила специально к празднику дошкольных работников. Всего в нем приняли участие почти 300 человек. В этом году лучшей названа Светлана Лукина из детского сада номер 90. Этот детский сад самый большой в Мурме. Его посещает порядка 400 детей. Не первый раз воспитатели 90-го удостаиваются столь почетного звания – народный. Уже 17-й год в нашем детском саду работает такой воспитатель, как Лукина Светлана Владимировна. Вот есть высказывание «воспитатель от Бога». Это про нее. Наверное, ей тяжелее работать, чем другим воспитателям, потому что детки в ее группе от года до 3 лет. Это самая трудная, наверное, работа. Потому что именно как сложится их жизнь дальше, зависит от того, какое первое впечатление они получат от группы, от воспитателя. Светлана Лукина для своих малышей, как мама, обо всех заботится, понимает и любит. Столько тепла в этой женщине, терпения, внутреннего трепета, что дружеские отношения в группе складываются как бы сами собой. Умению этого скромного от природы человека овладеть любой ситуацией можно только поучиться. Последние несколько лет я работаю с педагогом Светланой Владимировной. Мне очень приятно с ней работать. Она отличный педагог, у нее есть чему поучиться, и дети попадают в надежные руки. Все начинается с любви. Ребенок, который в первый раз пришел в садик, нуждается в особой заботе. Неудивительно, что привести свое чадо в группу к Светлане Лукиной стремятся многие родители. Самое главное в младшей группе – это научить культурно-гигиеническим навыкам детей. Это мыть ручки, вытирать их насухо, кушать научить ребенка, на горшочек садиться, одеваться, чтобы они могли. Про свою профессию воспитатель с 25-летним стажем работы говорит просто – это моя жизнь. Никакого отпуска не надо, лишь бы быть со своими воспитанниками. Моя работа – это жизнь, это мой родной дом. Любить детей и относиться к ним спокойно, с лаской, с добротой. Они ежедневно заботятся о здоровье малышей, окружают их теплом, вниманием, любовью, дарят им свой профессионализм и творчество. Елена Петрова, Александр Барсуков, новости Мурома.